Здравствуйте, друзья! Согласно голосованию, проведенному на моем телеграм-канале, кстати, если вы еще не там, самое время присоединиться, ссылка в описании под видео. Тема сегодняшнего обзора будет связка Google Fit и Home Assistant. Google Fit – достаточно известное приложение от одноименного производителя, которое занимается сбором данных о физической активности и может использовать как сенсоры телефона, так и различные устройства и приложения. И в качестве примера в моем обзоре Google Fit будет собирать данные из приложения MyFit, известное всем поклонникам продукции Xiaomi и Amazfit, ну, в частности вот у меня Amazfit Bip. Будет работать со всеми Mi Band'ами и прочими устройствами от Xiaomi. Напоминаю, что вся конфигурация, показанная в обзоре, доступна в текстовом варианте на моем GitHub'е. Ссылку вы также можете найти в описании под этим видео. Поехали! Если у вас еще не установлено приложение Google Fit, то качаем его из Play Market, устанавливаем и вводим начальные данные о своих параметрах. Далее переходим в приложение MyFit, вкладка «Профиль», «Добавить аккаунты» и выбираем Google Fit. Даем разрешение на доступ к Google Fit и получаем сообщение о том, что данные теперь будут синхронизироваться. В случае необходимости синхронизацию всегда можно отключить. Возвращаемся в Google Fit, заходим в настройки профиля, включаем отслеживание активности и проверяем в списке подключенных приложений, что там появился MyFit. После этого данные Google Fit начинают обновляться, правда, с небольшим запозданием. Теперь нужно получить API-ключи от Google, это разовая операция. Инструкция имеется на официальном сайте, на примере интеграции с Google календарем. Переходим в панель разработчика и нажимаем «Создать новый проект». Далее нажимаем «Создать учетные данные». В окне учетных данных уже выбран Google календарь, можно его оставить. Ничего не заполняем, прокручиваем вниз, нажимаем «Отмена». В следующем окне нажимаем на кнопку «Создать учетные данные». Выбираем идентификатор клиента OAuth. Далее выбираем «Настроить окно запроса доступа». Вводим какое-то свое название приложения, любое, можно «Активность», можно «Home Assistant». Прокручиваем вниз и нажимаем «Сохранить». Возвращаемся в окно создания идентификатора и нажимаем «Другие типы». Имя можно ввести свое, можно оставить по умолчанию, неважно, нажимаем «Создать». И, наконец, получаем идентификатор и секрет клиента. Сразу можно сохранить эти ключи себе в текстовом файле. Ключи готовы, теперь нажимаем слева на вкладку «Библиотека». Переходим в библиотеку API и в окне поиска набираем Google Fit. Находим вкладку «Fitness API» и входим в нее. Активируем API для синхронизации данных от Google Fit. Теперь можно синхронизироваться с Home Assistant. Штатной интеграции для Google Fit еще нет, но есть кастомный компонент. Ссылка в описании под видео. Home Assistant в корневой папке config создаем, если нет, папку Custom Components и в ней папку Google Fit. В папке Google Fit файл sensor.py, имена можно просто копипастить с GitHub. Возвращаемся на GitHub, кликаем на файле sensor, справа ищем и нажимаем кнопочку RAW сырые данные. Открывается чистый код, как в текстовом редакторе, копируем все содержимое. Вставляем и сохраняем в созданном файле sensor.py. Дополнительно там же создаем и оставляем пустым файл init.py. Далее создаем сенсор на базе новой платформы. Пример имеется в начале файла sensor.py. Ключи рекомендуется хранить в файле secrets.yaml в конфиге, оставив только ссылки. Файл secrets.yaml, который находится в корневой папке config, пишем указанные ссылки и присваиваем им созданные в Google ключи. Проверяем конфиг сервера. Если все, а должно быть все хорошо, перегружаемся. После перезагрузки проверяем уведомления. В уведомлениях будет сообщение о необходимости ввода ключа авторизации. Копируем ключ и нажимаем на ссылку в уведомлении. Здесь вставляем ключ и нажимаем «Далее». Подтверждаем доступ к фитнес-данным Google аккаунта. Если все правильно, получаем уведомление о подключении нового устройства. Тем не менее, сенсоры еще не появились и в логах идут ошибки, причем перезагрузка не помогает, но есть решение. Необходим доступ любым файловым менеджерам к папке компонента. Я захожу на сервер по SSH и запускаю Midnight Commander, который похож на фар. Перехожу в папку User Share Hasio Home Assistant и там в папке Custom Components Google Fit удаляю создавшуюся папку кэша. Это она нам воду мутит. После этого нужно перегрузить Home Assistant.
Теперь появились датчики, которые называются сенсор и указанное в конфиге имя, которое вытягивают данные из Google Fit. Пользоваться данными можно на свое усмотрение, например, создать карточку в Lovelace. Если визуальной информации мало, то можно сделать рассылку об активности, автоматизации, напоминалке. Все на ваш вкус и усмотрение. На этом все. Надеюсь, информация, показанная в видеоуроке, была вам полезна. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!